Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. И в первую очередь мы заходим в армию. И что же мы видим? Да, ребята, мы видим то, что у нас Грифон поднимается до 4 звезды. Отлично. Так, ну что, ой, зачем я не то сделал, ребята, пардончи. Вот, вот, 4 звезда, отлично. Теперь остается его прокачать, и у нас будет еще один замечательный летающий юнит. Так, но это еще не все, ребята. У нас еще здесь. О, да. Ха-ха. Всадник на журавле получает 5-ю, последнюю звезду. То есть он фулл прокачан именно по звездам. И это меня радует. Так, и опять же не все, ребята. У нас, ага, храм цветущей вишни. То есть сакуры получает 4-ю звезду. Конечно же, будем развивать. Тоже, кстати, неплохо. Так, еще у нас на захватчиках. Тот самый слизень морпех получает 4-ю звезду. Слушайте, ну сегодня прям день улучшений, так скажем. Вот таким он у нас становится. Довольно неплохо. Кстати, тоже неплохой юнит, надо будет взять на вооружение. Ну что же, давайте попробуем в начале с ежедневного испытания. Посмотрим, здесь у нас будет разыгрываться зомби с надгробием. Хорошо, кого нам дадут для выбора? Ну... Все, ребята, эти каточки мы с вами пройдем. Мне дают любого на выбор, ну, кроме, конечно, босса. А он мне, в принципе, здесь и не нужен. И я справлюсь и без него. Возьмем вот такой отрядик и поехали. Так, когтистый, зомби и зомби с надгробием. Все, давайте попробуем разрулить здесь эту ситуацию как можно быстрее. Раз, два, три, четыре против его юнитов. Я думаю, что мы здесь, ребят, должны победить. Так, выходит зомби. С ним мы, ребят, знаете как... А, через Ронина сыграем. Да-да, именно через него. Ну, а дальше все по стандарту. Мы с вами будем брать, наверное, Джаггернаута, потом Мага Война, и конечный итог будет базе Хана. Так, ага, двое зомбарей уже сделал. Ладно, давай-ка сюда мы Ронина призовем. Как говорится, в помощь нам. Так, вышел зомби, ребята, да? С надгробием. Ну-ка попробуем вот так. И вот так, отлично, в принципе, ребят, должно сработать все. Сейчас еще баллиста подойдет. Ну и в конце концов мы их всех должны будем забомбить. Давай, 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 отлично. Так, минусуем. Блин, не получилось, к сожалению. Ну, Так, опять идет, опять этот охламон идет, к нам. Так, Ронин, давай, помоги. Отлично, когтистого вырубил моментально. Слушай, вот это меня бесит. Вот это меня бесит, что он начинает применять свою вот эту дребудень, притягивание. Нет, я в принципе не переживаю, мы должны здесь с вами выиграть. В любом случае, никуда они тут от нас не денутся. Просто все это слишком затягивается. Вы тоже уже заметили, да? И Ронин, мне кажется, здесь не совсем то, что нам нужно, по большому счету. Не совсем то, что нам нужно. Так, ладно, попытаемся. Ты смотри, что происходит, а? Когтистый, зомби... Со всех сторон. Блин, он еще своим притяжением. Он еще своим, ребята, притяжением меня бомбит. Ну, отлично. Хорошо у нас тут получилось. Мы пробили все-таки ему защиту. И я думаю, что сейчас будет хана вражескому замку. Да. Мы здесь победили. Ну что же, неплохо. Давайте заберем реворд. Зомби с надгробием, к сожалению, у нас не так часто падает. Поэтому стоит за эти карточки, как говорится, повоевать. Так, ну что ж, давайте следующую заходочку сделаем. Но я на этот раз думаю, что Ронина я уберу. Уберу с нашей команды и возьмем кого-нибудь другого. Я думаю, что здесь даже лучше будет БФГшка. Скорее всего, так мы и сделаем. Возьмем БФГ. Так, и где мои баллисты? Вот мои баллисточки. Вот таким вот отрядом попробуем сыграть. Поехали. На все про все вообще нам дается, ребята, 3 минутки. За 3 минуты мы должны тут с вами уложиться. Но я думаю, что этого вполне достаточно. Даже при том раскладе, что мы, как говорится, одеяло друг на друга тянем, да? То мы его, то потом он нас нахлобучивает. В общем, в любом случае мы должны здесь выиграть. Так, ну что, пока нападают на нас обычные зомбики, я вызываю БФГ. Я думаю, что она нам здесь пригодится. И... Да я думаю, что можно, в принципе, вызвать и баллисту уже. Хотя мы давай вот так сделаем лучше. Хорошо, что я не стал вызывать баллисту, иначе бы сейчас мы ее потеряли, причем моментально. Ой-ой-ой, смотри, что они делают, а? Такие делаши, идут, крутыши. Фиг вам всем, как говорится. Так, БФГ, давай, бомби. БФГ,
Нет, она идет себе потихонечку, неспешно. А у меня там маг-воин справляется со всеми, практически в соло. Так, отлично. Давай еще бомбанем. Ну что могу сказать? Да ее просто вот... Как же не вовремя, как не кстати он свою вот эту вот ульту применяет. Но, тем не менее, все равно, ребята, у нас большая часть армии выжила. И это круто. Сейчас мы быстренько их расколотим. Всех, всех причем. Можно ускориться, я думаю, да, чтобы быстрее все у нас здесь проходило. А то как в замедленной съемке. Да, ребята, я надеюсь, что мне сейчас дадут все-таки зомби с надгромием, а не какой-то там замок. Но, да, 13 карточек, шикарно. Ну, значит, делаем тогда с вами последний бой. Собираем, наверное, тот же самый отряд. Я думаю, что все-таки БФГ здесь сработало лучше, чем Ронин. Поэтому я его оставлю, пожалуй, в этой команде. БФГшка, МакВоин. Так, Джаггернаут и наши, естественно, ребят, баллиста. Поехали. Заключительный бой, как говорится, на испытании. Начинаем, опять же, с накопления манны. Так, почему-то он... Вот сейчас он очень быстро его вызвал. До этого почему-то он рассусоривал. Ладно, возьмем, давай Джаггернаута. Пускай пока Джаггер наш тут отбивается, а мы с вами будем копить энергию. Ну давай, подходи, Ахламон. Так, БФГшка нам в помощь. Вот так вот. Ребят, ускорение я пока не применял, не вижу в этом надобности. Думаю, что без него мы справимся. Так. Почему, интересно, зомби не получил в данный момент урон? Вы видели, что произошло, нет? Я в него стрелял, а он по нолям, ребят, как будто отразил всю мою атаку. С чего вдруг, не пойму. Ладно, БФГ-ха должна с ними разобраться здесь, со всеми. Так, ну еще и баллиста у меня здесь на подходе. Сейчас будет вообще все великолепно. Давай, 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 баллиста. Да что ты будешь делать? Он специально так делает, а? Фига, у него там армия уже наплодилась. А если я вот так сделаю? Так. Опять, ребята, ульта сработала хреновенько, на самом деле. Не то, что нужно. Так, значит, когтистый помирает обычно. Ну и все, ребят, мы подходим с вами к замку. Начинаем бомбить, а он сейчас стопудово будет применять свою ульту. Он этот момент не упустит. Ха-ха, гад, а. Че творит? Че творит? И посмотри, какая там у него армия уже наплодилась. Я применяю тоже ульту. Немножечко, как говорится, разбавим. Ну. Че встали-то мои все там? Давай, 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 пробиваем. Пробиваем, есть. Вот это другой разговор. Ну что же, получаем с вами последние 8 карточек, да? Да, и переходим уже на основную сюжетную линию. Так, я заберу вот здесь вот. Да не надо мне, это уже все прошли. Хорош уже тут показывать мне. Зайдем в квесты и запрос. 4 гема забрали, отлично. Так, ну в магазине ничего нам, нечего нам делать, поэтому поехали сюда. Мы остановились с вами на фабрике, да? Щитоносец, репульсор, толкатель и бомбер. Значит, вот такая у нас здесь команда, ребята, и против них мы с вами... Кстати, я взял в отряд улитку, сейчас не понимаю, зачем я ее взял, если у нее уровень маленький. Хорошо, давай тогда имбовым отрядом сыграем. Как говорится, для разогрева. Ну что, олухи, вы готовы? Сейчас я вам тут устрою карнавальную ночку. Они, наверное, сидят в домике и ни о чем не подозревают. Так, вышел щитобот. И тут же репульсор сразу же. Ладно, давай тогда так же действовать. Вместе с... Да, с молотильщиком это будет самое то, что нужно. Так, Ронин. Ух, красава. Вообще шикарно, ребят. Это шикарно, даже карточка выпала нам. Ай, а вот это плохо. Вот это плохо, ребят, сейчас было. Так, ну-ка попробуем. Хоп. Давай, 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 прыгун, бомби. Жалко, конечно, что он не ярости, а просто обычно выпрыгнул. Поплатился жизнью, конечно. Так, ну что, ребята, на подходе ведьма. А тут, вы знаете, если ведьма выйдет, это будет все. Финиш для них, по крайней мере. Сейчас я ее призову. Сейчас я ее должен призвать. Блин, там бомбер, что ли, летит? Точно бомбер. Так, минус. Давай вот так сделаем. И еще и ураганчик нам тут выпал. Слушай, ну это круто.
Вот сейчас это круто, ребята. Хопа. Ха-ха. Слушай-ка, по-моему, сейчас, ребята, толкатель упадет. Упал уже. Репульсор, это ерунда, мы его сейчас завалим. Блин, этот бомбер достал уже, я серьезно говорю. Слушай, ну я скажу вам одно. Победа здесь уже за нами, потому что мы калашматим ему замок. Ульту я применяю. Тут еще и заморозка нам выпадает, смотри. Все. Изи катка, по-другому не называть. Ну что же, переходим к последней заключительной миссии здесь. Ах ты, елки ты палки, ребята. Здесь термин 9000 собственной персоной появился. Не запылился, блин, что будем делать? Как мы будем с ним справляться? Наверное, вот этим отрядом мы будем бомбить. Поехали. Меня здесь порадовало, знаете что? Что здесь нет щитобота. По-моему, так. И это говорит только об одном, что он не сможет за него прикрываться. Но там есть толкатель, что не менее, как говорится, противный персонаж. Ладно, попробуем. Так, 500 маны я уже накопил. В принципе, можно призывать. Но я больше уверен, что если я только начну, ребят, призывать свою ведьму, он тут же начнет призывать своего босса. Хотя, опять же, не факт. Не факт, но может быть, оно так произойдет. Так, давай посмотрим. Черт тебя подери, что он творит, а? Ладно, давай еще разок попробуем. Минус. Так, я вызываю, ребят, прыгуна на всякий случай. И Ронина. Ну. Ай, фигня какая-то получается, ребята. Ну, минусаниты там, ё-моё, этот молотильщик, он... Ага, ребят, вы видите, кто уже вышел? Да-да-да, вышел термин 9000 собственной, блин, персоны. Явился, блин, не запылился, а? Ну чё, вы не можете подбить, что... Вот, вот, молодец, молодец, красава. Ребята, термин почти, ребята, погиб. Смотрите, у него сколько здоровья стало. Ну кто-нибудь, хоть кто-нибудь-то бомбануть его может или нет? Ну бомбань, сейчас ведьма, ведьма, ребята, к сожалению, у меня погибла. Ну вот, вот, ребята. Кого ты там бьёшь? Кого он бьет? Ну-ка, дай-ка я вот так сделаю. Я не верю, ребята, что этот термин 9000 может здесь выжить. Поехали. Ульта пошла, ребята, ульта. Ну, есть, мы его подбили. Прикольно. Так, ну времени мало. 49 секунд. На все про все 49 секунд. Блин, я не знаю, ребят, как мы здесь будем с вами выживать. 35 секунд. Мало времени. Очень мало времени. Как мы тут будем с вами побеждать за такой короткий промежуток времени? Слушай, мой прыгун перепрыгнул, начинает потихоньку бомбить базу. Но этого недостаточно. Так, если сделаем... Ага. Нет, не выйдет ничего. Вроде бы и времени не так много потеряли, да? И тем не менее, все равно мы не справляемся. Хотя это, ребята, отряд имба. Справляется практически с любым. Но видите, как-то у нас неудачно здесь получилось. И сфейлились мы с вами. Обидно, конечно, обидно. Давай подумаем, что мы можем с вами здесь сделать лучшего для нас. Слушай, а что... А, грифон же не прокачанный у нас. Хотя имеет 4 звезды. Здесь, кстати, летающий юнит очень хорошо бы зашел. Да, конечно, термин 9000 его подбить может, да, своими этими снарядами. Но все-таки, давай-ка мы попробуем взять вот этот отряд. Тут у нас есть баллисты. Но если молотильщик будет погибать и выпускать вот эти свои циркулярные пилы, то здесь мало будет какого толка именно от наших баллист. Потому что они от одного удара будут рассыпаться. У нас тут это не дешево, сами знаете. На деда здесь тоже особой, как говорится, надежды нету, потому что он будет встревать в каждую кочку. Ладно, будем смотреть. Не получится, возьмем тогда третий отряд с друидкой. Может быть, там что-нибудь у нас получится. Хотя, опять же, почему-то я сомневаюсь. Так, тут еще, видишь, вот этот охламон нервирующий. Опс. Ну, ну что за дела-то, а? Вот надо было ему в каждого попасть, а? Ладно, ребят, вызываем деда. Сейчас я вызову баллисту, а потом уже деда. Пускай он тут разберется.
со всеми. Покажет, где кто, что и почем. А он уже, ребята, своего термина вызвал. Ты прикинь? Ты прикинь, какой он жулик. Ну да, конечно, начинается заморозка. Кстати, вот это хорошо, что заморозка, ребята, сейчас в данный момент сработала. Может быть, у нас что-нибудь да получится. Может быть, ребята, бомс. Так, я хочу фаербол запулить, но мне никак не получается. Да уничтожьте вы этого... Погнал, фаербол. Вот. Теперь дед. Есть. Вот это я понимаю, вот этот дед сработал. Идеально просто-напросто. Так, теперь у нас что получается? Две баллисты там стреляют. Этих мы отбиваем. Главное, чтобы не упали. Ребята, не упал этот. И этот не выпустил свою пилу. А он не выпустил. Слушай, шанс есть. Так, у нас 47 секунд на все про все. Давай-ка еще я вызову баллисту. И, наверное, джиггернаута. Так, и можно, в принципе, запустить фаербол. Ребята, победа близка. Вы чувствуете, да? Я лично чувствую, что сейчас, по-моему, мы разнесем. 27 секунд у нас на все про все. Ну давай, родные мои, поднапряглись маленечко. Да. Вот она. Вот она, ребята, идеальная победа. Все-таки дед не подвел, как ни странно. Обычно он против термина 9000 хиловатт, но здесь все идеально получилось. Так, что у нас тут? О, еще много территорий нам захватывать придется. Ну что же, переходим с вами на территорию нежити. И давай посмотрим, кто нас будет здесь ждать. Так, голем и банши. Голем и банши, да? Черт, это такая, знаете, ребята, комба. Голем-то, вон, помните, мощный, его фиг пробьешь. Поэтому будем вызывать джиггернаута, соответственно, прикрывать это все дело баллистами. Джаггер, давай, 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 ты мне нужен здесь, вот. И, блин, а успею ли я баллисту-то вызвать? Я вот сомневаюсь уже. Я уже, ребят, сомневаюсь, но я попробую. Так. Еще один голем вышел. И еще одна банша. Не слишком ли много, а? Вот так вот. Немножко сдвинем их. Теперь будем заплевывать. Нормуль. Слушай, я думаю, что здесь уже мы все-таки выкрутимся как-нибудь. Банши падают. Наши расстреливают. Я вызову еще одного голема на помощь нам. Да, никаких шансов у них больше нету. Просто разбомбим их. У меня вон фаербол еще накопился. Полетел. Нормуль. Две баллисты. Ну все, ребята, тут очевидно, что мы выиграем. Ну, давай, давай, давай. Отлично. Денег наполучал, карточки. Все, что хочешь. Все к твоим ногам. Ну что, ребята, второй уровень. И здесь прибавляется уже прыгун. С прыгуном, конечно, немножко все меняется. Поэтому надо будет его контролировать. Возьмем, наверное, вот этот отряд. Слушай, а зачем я его взял? Ронин все равно не сможет его взять. Хм, тепленьким. Ладно, я буду надеяться, что маг-воин здесь хоть как-то сработает. Даже если он будет вниз, ребята, через отражение, да. Все будет работать именно через отражение. Так, ну, выходит. И, ребят, сразу же вызываем молотильщика. Ну, давай, 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 давай. Шикарно, вот сейчас сработало как нельзя хорошо. Что, применять будем ульту или позже? Я думаю, пора. Ай-яй-яй-яй-яй, вот это плохо, ребята. Хотя, почему плохо? Все хорошо сработало. Он без истерики вышел. Мы его здесь поймали, расчекрыжили. И дальше идем. Так, сейчас еще, наверное, как-нибудь один прыгун появится. Вот он, ребята, он уже вышел. Ай-яй-яй, мы понесли поражение, ребят. Вы видели, что он сделал прыжок. Соответственно, он успел напасть на мой замок и нанес урон. Меня это раздражает. Меня это раздражает. Вот серьезно вам говорю. Ну и как вот его... Как его, ребята, тут вообще можно держать? Сейчас, по-моему, нам замок разнесут. Ну. Почти разнесли. Не, ребята, какая-то ерунда получается. Я не смог законтролировать этого прыгуна, за что поплатился. А он его постоянно вызывает, смотри. На постой просто-напросто.
Сейчас еще и по времени сольемся, да, по ходу дела? Помимо урона, еще и по времени. Опять прыгун у него. О, ребята, все, хана, проиграли. Нет, так дело не пойдет. Так дело не пойдет. Ну что ж, берем тогда наш третий отряд. Он, конечно, не имбовый, но я думаю, что он должен здесь зайти. Так, и улучшим нашу улиточку. Какой уровень? 42-й. Да, конечно, толку, наверное, будет мало, но я попробую хоть что-нибудь сделать. Поехали. А прикинь, выиграем, а? Вот это будет прикольно. Друидка. Друидка, конечно, хороша, у нее тотемы и все подобное. Улитка, конечно, все нам портит. Ну, зато она дешево стоит. Всего лишь 100 манны. Ты видел? Ну, я думаю, ты видел, да? Какой урон нанесла моя улитка? Вообще никакой. Просто никакой. Зря я, наверное, взял, да, ребят? Я, наверное, зря ее взял. Сейчас быстренько тут все мы проиграем с вами, скорее всего. Давай попробуй так вот сделать. Ой, улитка, она занимает, ребята, целый слот. Ты понимаешь? Нет, это бесполезняк. Это бесполезняк, это чушь на самом деле. Ну нафиг, проигрываем здесь. Давай, наслаждайся, бомби. Короче, улитку надо отсюда убирать. Ну это не дело на самом деле. От нее толку никакого. Надо ставить серьезного юнита. А какой у нас может быть тут серьезный юнит? Давай посмотрим. Так, улитка, уйди пока отсюда. А мы сейчас пока посмотрим с вами. Можно взять всадника на журавле. В принципе, было бы неплохо. Давай, наверное, так и сделаем. Всадник. А он же у нас, по-моему, здесь и был. Да, всадник на журавле у нас и был в этом отряде. Я это прекрасно помню. Но все равно прыгуна контрить очень тяжело. Очень тяжело контролировать именно прыгуна. Потому что он прыгает. А еще если в истерику впадает, то никто не может против него выстоять. Так, давай попробуем вызвать голема. Успеем ли? По-моему, не успеем, не успеем. Успели. Так, ну это хорошо, с одной стороны. С другой стороны, ребят, сейчас это банши будет орать тут, как истеричка. Еще и может нанести повреждение. Да-да-да, кстати. А ну-ка. Всадник на журавле. О, давай-ка вот так сделаем. Нормуль. Так, ребят, прыгун, блин. Да ну. Это нереально. Это нереально. Короче, сливаемся. Я не знаю, что делать. Как быть, как контролировать нам вот этого вот упыря. Я про прыгуна именно говорю. Ты смотри, он прыгает постоянно. Есть у меня еще одна затея, ребята. Мы попробуем сейчас имбовой колодой сыграть. Никто не может против него простоять. Ну, разнесем хотя бы мы замок-то. Ну, давай, напряглись, ребятули. Меня тут уже расколбашивают потихоньку. Есть, подбили. Ну, это ерунда на самом деле, потому что нам нужна идеальная победа. Продолжить, конечно же. Так... Где моя команда? Вот она, да? Или же... Давай попробуем. Попробуем все-таки вот этой вот. Тут голем, тут джаггер. Он, естественно, сейчас будет выпускать своего голема. Он выпускает своего голема, мы выпускаем в противовес своего джаггернаута. При этом нам нужны, ребята, балетмейстеры, наши баллисты. Давай, баллиста. Так, баллисту я вызвал. Теперь что, чумная мышь? Давай, наверное, чумную мышь вызовем. Так, фаербол. Вот так. Вот, ребята, идет. Давай, прыгай, я тебя здесь подловлю сейчас. Да-да, вот именно вот так я и хотел сделать. Пока нормуль. Но он опять сейчас будет вызывать их. Так что радоваться пока рано. Давай, чумная, выходи.
Блин, ребята, ну почему так быстро-то? А ну-ка, может, получится? Ребята, получилось у нас. Смотрите, мы приворожили прыгуна, и он повернул вспять. Хе-хе. Теперь, если он ко мне вернется, да, мы его уже будем ловить на Джаггернаута. А пока вызываем голема. Слушай, а мы, скорее всего, ребята, сейчас победим. Да. Даже ловить не пришлось. Фух. Ну что же, третий уровень. Здесь нет прыгуна, зато здесь прибавляется когтистый. Но это ерунда, ребят, на самом деле. Можно даже вот этим отрядом здесь спокойно заиграть. Поехали. Так, я готов. Мы даже, наверное, здесь успеем друидочку с вами призывать. Когтистый. Что он сделает? Ну, он сделает, ну, может, много чего, ребят. Он... У него размах-то когтей. Будь здоров, будет тут валить сейчас всех налево и направо. Так, он вызывает голема и сразу же когтистого. Неплохая комбинация. Так, а мы с вами... Давай-ка, наверное, вот так вот будем. Попробуем. Так, ульта, если что, у нас есть. Поехали. Отличненько сработало, кстати, я вам скажу. Давай далее. Еще одного этого возьмем, БФГшку. Сейчас две БФГшки их здесь будут распиливать всех. Нормулька. Так, Банши, хорош утарать. Блин, а, вот она меня бесит своим, ребята, криком. Так, следующая ульта у меня почти накопилась, ребята, почти, давай, применять. Все упали. Упс, как это там, интересно, голем-то у нас прошел, я не понял. Что за фокусы, эй? Что за фокусы, я вас спрашиваю? Ядрить, макарить, ребят, фигня какая-то получается. На самом деле я хотел, думал, призвать ведьму успеть. Не ведьму, блин, друидку, конечно же. Но, по ходу дела, не сра... или сработает. Не поймем. Урон, ребята, мы получили урон по базе. Все, фейл. Как же меня бесит, а? Как же меня вот это раздражает. Ладно, сливаемся, короче. Ну, вы поняли, в чем у него стратегия? Он выпускает первым всегда самого сильного своего танка. А сзади вызывает всяких там банш и пильщиков там, я не знаю. Короче, кто наносит урон. За счет этого он только и выигрывает. Поэтому все. Мы в противовес ставим тоже нашу имбовую команду. Прыгун, конечно, здесь не особо нам нужен. Ну, ладно, не буду я здесь ничего пока менять. В тот раз у нас, по-моему, не получилось, да, этой командой сыграть. Кстати, здесь у меня только лишь один танк. Это рыцарь-маг. Только лишь один. И нам его, в принципе, ребята, достаточно. Для того, чтобы выигрывать. Так, поехали. Сразу же выпускаем еще молотильщика. Молотильщик, к сожалению, ребята, сразу отдупился. Да ну хорош, что вы делаете-то, а? Вы видели, а, ребята? Ни шиша, что-то не получается у нас как-то здесь. Да еще у молотильщика никогда не срабатывает наш суперудар. Вот это меня раздражает просто. Так, слушай, ну неплохо. Сейчас вообще, ребят, как-то великолепно было сработано. Так, давай, Ронин. Всех вызываем сюда. Всех в помощь. И молотильщика. Ой, молотильщика, конечно же, прыгуна, ребят. Теперь ульта пошла. Слушай, прикинь, пройдем сейчас, а? Есть такой шанс? Или нет? Уже потеряли, да? Уже, ребята, потеряли преимущество. Слушай, знаешь, что я подумал? А давай-ка мы попробуем вызвать ведьму. Чё мы тут телепунькаемся? У-ху-ху-ху! Ну, ведьма, 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 ведьма. Отлично. Сейчас она тут устроит им всем. Радио по заявкам. Так. Вот, вот это я понимаю, ребята. Когда срабатывает... суперудар от молотильщика. Ну, увидели, да? Ряд просто косит. Сейчас мы тут своих наплодим, этих зомбарей, и разнесем, наверное, в хлам ему замок. Так, отлично. Все, победа за нами, ребят. Тут уже ничего ему не поможет. Но сколько для этого пришлось сделать попыток, чтобы подбить. Да, не все-то, конечно, просто. Ну что же, предпоследний у нас уровень, и здесь прибавляется, помимо прыгуна, еще и служитель тьмы.
служитель тьмы, который будет хилять вот этого голема. Ёлки ты палки. Вот это не сладко нам сейчас будет. Ладушки. Расстояние приличное, так что должны как-то успевать здесь с вами расстроиться и покарать их всех. Почему здесь нужна мне боли... Опа! Ничего себе, вот это номер. Ребят, вот это... А разве так должно было быть? Эй-э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 й, давай-давай-давай-давай. Фу, успел я, да? Успеть-то я успел. А поможет ли мне это? Так, карточку отдай сюда, хотя нам не нужна была карточка этого прыгуна. Он у нас и так полностью собратый. Давай тогда вызовем баллисту. Опять прыгун. Так, Джиггернаут, готовься. По-моему, ребята, держим, да? Держим. Теперь всех туда, к стенке. Фаербол, ребята, есть? Если что, мы будем его применять, если понадобится. Но я думаю, что обойдемся без него. Поехала. Оп, отлично. Так, а вот, ребята, и прыгун. Вот, ребята, и прыгун. Дед, давай, давай, давай. Упс, нормуль. Еще удар. Ты посмотри, какой живучий, а, прыгунок-то. Что там происходит, не могу понять. Холодный как лед, квест завершен. Это, конечно, понятно все. Но мне-то плевать, что там холодный как лед. Мне главное разбомбить базу. Прыгун. Е. Мы успели. Там прыгун, кстати, в истерике побежал. Мог бы убить моего голема и, соответственно, пройти. Точнее, нанести урон по базе. И, опять же, пришлось переигрывать. Ну что, ребята, здесь у нас нет прыгуна. Но здесь есть служитель тьмы. И здесь есть король. Король скелетов. Я думаю, что этой командой я и буду дальше играть. Поехали. Нам поможет здесь либо заморозка, либо ураганчик. Что-нибудь такое, да? Своими силами я почему-то чувствую, мы не пройдем. Потому что 93 уровень, а у нас 86. Чувствуете разницу, да? Хм. Так, ну что, вызывает он голема. Сразу же вызывает банши. Ну а как же. Сразу же когтиство. Ну, молодец. Ничего не скажешь. Молодец. Нам надо, ребят, тогда вызывать здесь баллисту. И фаерболом будем с вами, наверное, отбиваться. Но вот так вот. Отлично. Тоже будем сейчас вызывать деда нашего. Пускай идет на прогулку. Пускай идет, как говорится, на прогулку. И побольше, ребята, здесь нужно вызывать баллист. Побольше. Так. Не помогло, да? Слушай, ну он почему-то пок... вот он, ребята, вышел. Сейчас, если вот этот вот чепушило будет его, конечно же, хилить, у нас с вами, боюсь, никто его хилить не будет. Хе-хе-хе-хе. Или хилит? Нет, ребята, выжил там один. Сейчас попробуем. Сейчас попробуем наказать. Ну-ну-ну-ну, есть. Подбили мы деда вражеского. И все благодаря, в принципе, баллистам. Ну, а дальше просто идем, знаете, как триумфаторы. Подходим, грубо говоря, к базе и разносим ее. Так что, вы не достаете, что ли, до этого хламона? Вот, пошел, пошел процесс. Фаербол полетел. Вместе с этой баншотом всех накрыли медным тазом. И вызовем еще деда, на всякий случай, ребят. И големчика, до кучи. Ну что, я могу сказать вам, ребят, победа здесь за нами. Здесь ему никто уже не поможет. Да. Несмотря на то, что король, как говорится, скелетов был почти на 10 уровней нас больше. Хотя нет, не на 10, ребята, он 93-го, да, был уровня. Но все равно приличный, мы его победили. Так, и сундук нежити. Что нам тут достается? Банши. И замок, и 11 тысяч голды. В принципе, неплохо, ну а мы переходим с вами на последнюю территорию. Это захватчики. Поехали. Так, улитка и бородавочник. Улитка и бородавочник. Как мы будем с вами здесь поступать? Вот этот отряд, в принципе, неплох был бы, да? Поехали. Улитку мы с вами будем контрить именно рыцарем. Но с остальным будет, должен справляться у нас паладин. Эй-эй-эй-эй, тихо, парень.
Вот так вот. На это и было рассчитано все. Ты посмотри, что-то зачастил он, ребят, с улитками-то, а? Так, и в придачу. Да я думаю, что надо друидку уже вызывать, ребят. Без друидки хреново. Так, ну-ка давай-ка попробуем вот так сыграть. Отлично. Так, карточку забираем. Эй-эй-эй! Лопухнулся я, ребята, вот это я лопухнулся. Ладно, будем надеяться, что друидка все-таки здесь сможет отхилить нам базу. Сейчас мы ее только призовем для начала. Ураганчик, зачем я его сейчас использовал? Ой, не надо было этого делать. Слушай, друидка, ну давай, ну отхиль базу, пожалуйста, а? Нет, она не собирается этого делать. Она этого делать просто не собирается. Что ж такое-то? Опять фейл получается, да? Чистой воды. Судя по всему, да, у нас с вами ничего не получится сегодня. Ну, слушай, а как же она? Она же должна хилять замок. Почему не хиляет? В чем проблема? Не знаю, ребят. Ладно, переигрываем. Переигрываем. Опять же этим отрядом. Улитка, ребята, просто улитка меня подловила. Вот и все. Если бы не она, все бы у нас было бы хорошо. Да что ты будешь делать-то? Фу, повезло нам, грубо говоря, сейчас. Нам, грубо говоря, сейчас повезло. Так. Очередная сейчас улитка, да? Поползет. Ладно, я готов. Опа, бородавочек, ребята, собственной персоны. И улитка. Черт подери. Ну? Да где ты? Что за фигня-то происходит? Я не могу понять. Ну, пройдем. Прошли. Так, собирается прыгать. Опа, как это так интересно получилось? Он не нанес урона, ребят. Ха. Бородавочник побежал, но урона не нанес. Да пошли вы все, а. Это уже специально сделано. Он постоянно, вот смотри, он без остановки их высылает. Все, тут, тут даже говорить не о чем. И как вы прикажете мне здесь быть? Вы... Он через каждые 5 секунд вызывает свою улитку. Через каждые 5 секунд. Да. Улитка и бородавочник. Обалдеть просто-напросто. Ну что я могу сказать? Будем переигрывать другим отрядом. Не знаю, получится, не получится у нас. Но базу мы ему все равно забомбим. Да, мы здесь забомбили базу. Блин, какая-то ерунда получается. Давай посмотрим. Так, нет, не этот отряд. Вот этот. Ну да, почему бы и нет. Поехали. Значит, бородавочник, улитка и вся ерунда, да, здесь? Молотильщик, конечно же, пойдет первым в бой. А знаешь, в чем проблема, ребята? А, нет, вообще-то смогу отбиться, смогу. Ронин у меня еще есть. Все, а дальше нам надо вызывать мага-воина. Пытаться, по крайней мере. Ну, вызывай. Вот она, ребята. Вот сейчас он будет меня бомбить. Так, поехали. А если я ульту? Так, ульта, ульта. Это, конечно, хорошо, с одной стороны. А с другой стороны, не очень. Черт тебе подери. Смотри, что происходит здесь, а. У нас просто, ребята, битва. Нет, нет, нет. Ну я не могу, у меня не получается. Смотри, что происходит, ребят. Как-то ты подбил так. Прям какое-то чудо из чудес. Поехали. Ух ты, подбил. Надо же. В коем-то веке. Так, давай, 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 пилякай. Ронин тут на подходе у нас. Слушай, надо ведьму вызывать. За счет ведьмы точно здесь пройдем. Как пить дать. Или не пройдем? Нет, должны пройти. Так. Дальше, например, делаем вот так. Еще, ребята, ульта есть у нас. Все хвалит, а? Паршивец.
Нет, 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 нет. Я знаю, что это улитка выедет. Фух. Ульта хорошо сейчас работала. Ведьма пока там своим замашистым размахом сделает, вызовет свою эту заклинание, ее уже могли бомбануть давно-давно. Но не в этот раз, ребята. Мы выигрываем здесь. Фух. Сложно, конечно, когда вот такое маленькое расстояние между замками, ребята, и он постоянно вызывает вот таких вот быстрых юнитов, типа улитки, бородавочник, который тоже с разбега делает. Смотрите, здесь ситуация нисколечко не поменялась. Блин, я не знаю. Еще и жаба с пушкой здесь. Ага, собственно, персоной. Ну, давай попробуем, конечно, что-нибудь здесь сотворить эдакого. Че, улитки не будут, что ли, ползти? Где твои улитки, парень? Нет, ребят, тут выходит бородавочник. А вот и улитка, ё-моё. Немножко он поменял, да, стратегию? Давай тогда сделаем... Да ну! Да хорош! Пытаемся тогда сделать такой трюк. Ну, вроде бы как сработало, ребят. Вроде бы как. Так, нам здесь не помешает, наверное, прыгун. Или помешает? Черт, ребята! Все, фейл. К сожалению, фейл. Сам виноват, ребят, сам виноват. Блин, да какой же этот гад жесткий, а? Прыгун именно. Ладно, ребята, у нас, по-моему, закончилась везде с вами энергия. Абсолютно везде. Сфейлил я, грубо говоря, на всякую ерунду. Ну-ка, сейчас проверим. Да, так, зато квесты, квесты выполнены у нас. Во. Так, квесты выполнены, ежедневные испытания у нас с вами пройдено. 9 часов еще ждать для того, чтобы забрать реворд и энергии, как я смотрю, ни на одном отряде нет у нас, да? Да, ребята. Ну что же, тогда будем с вами на этом закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых, ребята, скорых видосиков. Удачи вам!